Вот она. Опять. Я их называю НЛО, появились. Они то появляются, то исчезают. Вот она, яркая звезда. Ну, я же говорю, я называю их НЛО. То я не собирался снимать. Жена, сними, сними. Выставь в YouTube. Я просто сейчас смотрел видео. Многие выставляют вот эту. Обычно вот это НЛО, когда Земля прокручивается там через какое-то время, то оно за горизонт уходит. А сейчас, сегодня, вчера не было ее, сегодня появилась. И вот час прошел, и все время на одном месте стоит. То есть, получается, вместе с Землей крутится. То есть, звезда это по-любому не может быть. Во-первых, яркая очень, а во-вторых, с Землей вместе крутится. Сейчас попробую увеличить, чтобы руки трясутся. Сильно далеко она находится. Ну там ничего не видно, потому что я же говорю, далеко, и оно расплывчато, и вот руки трусятся. Сейчас попробую поймать еще раз. Я сейчас другие видео там смотрел. Тоже вот такого же вот цвета оно. И комментарии читал, что многие видят, периодически появляется, потом исчезает. Может просто висеть в воздухе и передвигаться. Сейчас они вот яркость убрали. Вот сейчас четко видно. Вот как стало лучше видно, когда что они там фонари выключили, эти прожекторы. Вот видите, по бокам зеленое, а потом какое-то такое розоватое. И внутри что-то там. Блин, руки трусятся. На весу пошел. Такой мини-штатив взял. Сейчас на нем снимаю. Ну как камера на нем опирается. Вот сейчас теперь картинка на нем с ним. Вот четко не дергается. Вот хоть сейчас разглядеть можно, когда прожекторы свои выключили. Сейчас совсем другого вот стало цвета. То зелененькое было посредине, а сейчас вот какая-то такая совершенно другого цвета. Вот еще темнее становится. На глазах темнеет. И вот уже больше часа, и все время на одном месте стоит. То есть за горизонт не уходит, Земля крутится, и оно вместе с Землей. Вот поярче уже включили. Сейчас еще приближу, может что. Там ничего, конечно, не увижу. Понятное дело. Потому что сильно далеко. Но все равно расплывчатое все будет. О, я приблизил, а оно удалилось. Вот, пожалуйста.
Что, удаляются? Ну, сейчас еще приближу. Вот, видите, цвет поменяло, ярче стало светиться. Ну, опять цвет появился такой, что зелено, розовый, черный. Вот и что оно такое. Вот я все увеличиваю, оно все меньше и меньше становится. Наверное, удаляется, я так думаю. Я вот сейчас, ну да, оно, да, удаляется. Потому что я сейчас зум не трогаю абсолютно. Оно вот, видите, поменьше становится. Эта рука немного у меня трусится. Вот оно получается и дергание. Сейчас увеличу. Это сильно. Это вообще включили они прожектора, он вообще ничего не видно стало, как я говорил, что вот видите, совсем желтое стало. Вон прожектора как включили, а? Вообще ничего не видно. Просто желтое пятно. Вернее, этот кружок. Ладно. Буду закругляться. А то холодно на улице. 0 градусов. Руки уже замерзли.